Медреформа буксует, толком не успев стартовать. Во Львове семейные врачи пока не будут заключать договоры с пациентами. В городском департаменте здравоохранения это решение объяснили тем, что данные, внесенные в декларацию пациента, не защищены от хакеров. Поэтому ни одна больница в электронную систему еще не внесена. Пока люди могут пользоваться только электронной записью к врачу или попросту брать талоны в регистратуре. Когда врачи начнут подписывать декларации с пациентами, пока не ясно.